18 января в городе Звенигороде прошел 8-й открытый турнир по армейскому рукопашному бою «Рождественская звезда», в которой приняли участие более 300 спортсменов из города Москвы, Санкт-Петербурга и городов Московской области. Воспитанник спортивной школы «Вымпел» Мальковский Александр занял 3-е место в возрастной категории от 14 до 15 лет, в весовой категории до 55 кг. Команда спортивной школы «Вымпел» отделения армейского рукопашного боя впервые принимала участие в таких соревнованиях, но, несмотря на это, показали высокие результаты. Буквально несколько очков не хватило юным спортсменам до призовых мест. Желаем удачи и побед юным спортсменам в будущих соревнованиях. 18 января на ледовой арене имени Натальи Петрусевой в городском округе Павловский Посад прошла игра открытого первенства по хоккею сезон 2019-2020, дивизион 18+ любитель, между хоккейными клубами «Воевода» Егорьевск и «Боевое братство» Электрогорск. Счет встречи для команды «Воевода» оказался проигрышным – 2-5 в пользу озерецкой команды. Шайбу в ворота противника забили Андрей Березкин, Денис Кудряшов, Михаил Кабанов, Максим Артемов, Сергей Емелин. Следующая встреча электрогорской команды состоится в субботу 25 января в 17:30. 21 января участники школы СОВЗ приняли участие в областных соревнованиях по бадминтону в рамках мероприятия Ассоциации специалистов по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Соревнования проходили в Запрудинской школе-интернат. Несмотря на то, что наши ребята первый раз принимали участие в соревнованиях такого рода, команда в свою копилку привезла 3 призовых места. Ирина Литовченко – 2-е место, Роза Ханаманда и Дмитрий Герасимов заняли 3-е место. Поздравляем наших спортсменов с победой!